Главное торжественное мероприятие Евразнта МК в честь профессионального праздника состоялось у памятника металлургам Нижнего Тагила. В нем приняли участие руководители и сотрудники градообразующего предприятия, представители администрации города. Искренне и от всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Металлургия заложила основу города Нижнего Тагила. Благодаря металлургии Нижний Тагил стал промышленным центром Урала, живет сегодня и процветает. Удачи вам, металлурги, здоровья и успехов! Цветы к подножию монумента возложили лауреаты молодежной премии Евразнта МК, ветераны и почетные пенсионеры, первые лица. Особое внимание молодоженам-металлургам Долгополовым, Евгению и Валерии. Было подчеркнуто, сохранение традиций и уверенный взгляд в будущее – основа процветания тагильской металлургии и всего города. День металлурга продолжился в залах Дворца культуры НТМК. Управляющий директор Евраза Алексей Кушнаров и председатель первичной профсоюзной организации НТМК Владимир Адаев наградили почетных работников комбината грамотами Законодательного собрания Свердловской области и Министерства промышленности. Торжество продолжилось концертом. Поздравить тагильских металлургов приехал Авраам Руссо, звезда российской эстрады.